Добрый день, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, инспектор патрульной службы Сидоренко. Как зовут вас? Руслан меня зовут. Руслан, что случилось тут? Получается, девушка двигалась по Чоколовскому бульвару, внезапно с асфальта хлынула вода, камни, засыпала, разбила лобовое стекло, засыпала машину. Девушка немножко пострадала, ее забрала скорая, в принципе, сейчас ждем следственно-оперативную группу, будем оформлять. Но еще не выяснили, чья это труба была. То есть или водоканала, или какие. А где непосредственно прорыв произошел? Прорыв буквально там метров 50 в сторону Севастопольской площади. Это проезжая часть? Да, третий ряд. Угу. То есть левый ряд крайний? Левый. Я понял. А сколько лет девушке, насколько сильно она визуально пострадала? Ну, визуально есть ссадины на лице, то есть по телу она короткая была. Футболки. Вот, в принципе, не сильно. Ну, ссадины такие легкие. Девушке было лет 25-26. То есть причина аварии стала, возможно, прорыв теплотрассы. Да, да, да. Тестирование теплотрасс, которые сейчас проходят в Киеве, и стало, в принципе, причиной. Ясно. Встречали такие аварии уже? Нет, это первое. На Соломенском районе это первое. Ясно, спасибо большое. Вот. Вырвало там кусок трубы, походу, вылетело. Да, подскажите, ребенок был в автомобиле, там детское кресло сзади? Нет, кресло есть, но ребенка, к счастью, не было. Жена была там в автомобиле. Девушка сообщила какие-то нюансы аварии, что видела вообще? В принципе, она видела как. Она говорит, ехала и резко встал просто столб воды, камней, и все просто в машину. Она даже ничего не поняла, не успела понять, то есть ничего, просто шел. Она хорошо в сознании была, сама в скорую зашла? Да, все нормально, как бы просто. Просто испугалась, шок, плюс, ну, просто такое пережить, ну это реально. Понял, спасибо большое. Потому что там ремонта сколько, и передняя часть, и лобовая.